В 2018 году реализация адресного проекта «Социальный картофель» будет продолжена. В бюджете республики в этом году предусмотрено более 1 миллиона рублей. Количество участников проекта составит 2587 малоимущих семей. Каждый из них получит по 25 килограммов семян картофеля и овощных культур. Отмечается, что реализация проекта «Социальный картофель» способствовала возрождению огородничества в сельских местностях. За 3 года на реализацию направлено около 3 миллионов рублей. Социальную помощь получили 8 тысяч 67 семей. Количество детей, воспитываемых в данных семьях, составляет 24 100 человек. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 11 копеек, евро 70 рублей 43 копейки.